Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Каркаджак. Здесь строится очень хороший один проект, который называется Royal Park. На данный момент нам дали продажу этих квартир в этом проекте. Так что обращайтесь, у нас есть очень хорошая скидка на квартиры в этих проектах. И в конце ролика мы покажем 3D-фотки готового проекта. Проект будет сдан через 5-6 месяцев максимум. Здесь район Каркаджак тихий, спокойный. Расстояние от моего места до моря 1220 метров максимум, как я посчитал. Быстренько сниму инфраструктуру, то, что будет, и потом поднимусь в блок А. Вот такой у нас прайс-лист. Цены в блоке Б, если вы видите, вот, начинается от 84 тысяч евро. 1 плюс 1. Дуплексы у нас от 154 тысячи евро, первый, второй этаж. Верхние этажи от 198 тысяч евро, 3 плюс 1, а 2 плюс 1, 163 тысячи евро. Я поднимусь в А-блок, покажу вам квартиру вот эту, 96 тысяч евро, и верхние дуплексы. Скидка на квартиры, как я сказал, есть. Все. Вот такой здесь бассейн просторный. Тут детский бассейн. Здесь будет аквапарк. Вот такой большой аквапарк. Впереди у нас теннисный корт, баскетбольная площадка. В правой стороне от меня 50 метров один маркет. 20 метров в левую сторону еще один маркет. Около моря первой береговой линии есть Мигросжет. Там также в других проектах будут сданы торговые центры, это тоже Мигрос, может быть будет Карифурса. Мы сейчас в тихом, спокойном районе Каркаджака, где в основном виллы. Вот это второй наш блок. Стройка продолжается полным ходом. Состоит из 5-6 этажей. В этом блоке Б у нас будет присутствовать инфраструктура. Крытый бассейн. Вот это наш крытый бассейн. 8 метров на 4,5-5 метров. Я уже отмерил сам ширину и длину. Здесь у нас будет вход в здание, лифт в той стороне. Здесь санузлы, душевые кабинки. Здесь застекленная сауна, вот эта часть. В этой стороне у нас хамам. Темно, но просторный такой, где-то 7-8 квадратных метров. И здесь что-то. Да, вот здесь тоже душевая кабинка, кажется, будет. Раздевалка и тому подобное. Римской парной в этом проекте нету. Есть в основном сауна и хамам турецкий. Также детская комната отсутствует. Будет в той стороне впереди проекта. Я с высоты вам покажу. Теннисный корт, баскетбольная площадка в нем же и детская игровая площадка. Пройдемтесь в блок А. Поднялись мы на четвертый этаж, вот в эту квартиру. Здесь есть маленькая ошибка, так-то 92 квадратных метра, в основном трехкомнатная квартира. Здесь 60 квадратных метров, вот видите, нижний этаж 60. Цена этой квартиры 96 тысяч евро, 1 плюс 1. Вот эта квартира. Мастера работают полным ходом. В левой стороне у нас санузел. Такой. Здесь наша спальня. Такая вот спальня. Сюда можно установить шкаф. Мастер работает. Вот такой вид на море. Этот вид никогда не закроется. А видим видакка бекле мистер. Видакка. Здесь у нас есть вид на море. Вид на природу. В Каркаджаке строятся 5-6-этажные квартиры. Максимум. Муниципалитет разрешает строить. И здесь виллы такие. У нас, кстати, тоже есть продажи в этих виллах. Кого интересует, обращайтесь. Здесь вот такая прихожая, здесь тоже будет установлен шкаф. Здесь у нас гостиная комната.
такая гостиная комната и балкон. Вот такой проект. Высота потолков 280 сантиметров. Здесь высокие потолки. Вот такой балкон. Вот здесь такой вид на горы, на море. И вот за это такая вот цена. 96 тысяч евро. Но, дорогие зрители, как я сказал, я добьюсь вам скидку. Так как мы уже продаем все квартиры в этом проекте. Все, пройдемтесь в трехкомнатную квартиру. Пардон. В этой стороне у нас... Сейчас здесь... Абзем бу 128 бин евроя. Бурасы мы? Бу дайре мы 128 бин евро? Йокса бу? Шу. Да. За 118 тысяч евро вот... Вот эта квартира. 92 квадратных метра, 2 плюс 1 на четвертом этаже. Покажу еще. Здесь можно установить шкаф. Бурда хойладяк мы рафлар, ериндоладяк мы. Здесь уже будет установлен шкаф. Тула поладяк. Все. Здесь гостиная комната, совмещенная с кухней. Кухня будет в этой стороне. И вот такой балкон. И вот такой вид. То есть, пардон, Gold City. Ривьера. Вот такой прекрасный вид. Здесь будет у нас теннисный корт, детская игровая площадка и открытая парковка. Здесь у нас санузел. Здесь спальня. Первая. Вот панорамные окна прямо в пол. И, наверное, вы заметили, что потолки высокие, 208 сантиметров. И здесь у нас хозяйская спальня. Тоже окна в пол. Хороший проект. Я так уже понял, так как окна интересны, все, вид красивый здесь. Надеюсь, не упаду. Вот такой проект, такой вид. Также есть вид на другой проект, на бассейн отсюда. Детально показываю. И вот такой санузел. Поднимемся мы на верхний этаж, где квартира дуплекс. Там есть 3 плюс 1, 184 квадратных метров. Цена начинается от 187 в А-блоке. Вот. Здесь у нас 2 плюс 1. В той стороне 3 плюс 1. И в левой стороне. Как бы на этаже 3 квартиры будет. Здесь 3 плюс 1. Вот такая просторная квартира. 3 плюс 1. Санузел. Тоже санузел хозяйской спальни. Вот такой вид здесь на лес. Такая вот гостиная комната, очень просторная. Это балкон, такой вид. Лестницу еще не установили, лестница, наверное, будет здесь. Не могу подняться наверх. Так, это наша другая квартира, 2 плюс 1.
Она стоит 156 тысяч евро. Тоже написано дуплекс. Ага, вот. Здесь будет лестница. Так. Здесь санузел. Внизу у нас гостиная комната с кухней. Вот здесь будет установлена кухня. Дорогие зрители, еще раз скажу, высокие потолки. Не каждый застройщик сейчас строит такие высокие потолки. Сейчас в основном 260 сантиметров начали строить. Такой балкон. Вид на море. Парашютиста вид там. За их летят. Была бы рогатка, подбил бы. Так, не надо. Пошутил я. Пойдемте дальше в левую сторону. Здесь лифт. Два лифта, кажется. Да. И вот здесь 3 плюс 1. Я так понял, эта сторона подороже, так как вид красивый здесь. 208 тысяч евро. Вот. В блоке Б у нас вот такие цены. Дуплексы с красивым видом. Ну, у них вид одинаковый, кажется, за такие цены. Подробная информация, можете позвонить, я все вам расскажу. И вот это 3 плюс 1, поднимаемся вверх. Не могу подняться вверх, но мог бы отсюда подняться сколько как, но упаду, потом никто ролик не сможет снимать на наш канал. Из-за этого мне надо беречь себя. Так, здесь санузел. Здесь тоже санузел, хозяйская спальня, вы уже видели. Планировка почти одинаковая, как внизу. Просто вау! Такой вид. Вот. Красота. А здесь еще вау. Крепость Алания немножко видна. Наверное, с верхнего этажа еще лучше вид. Такой лес. Хочу подвести итог о этом проекте. Дорогие зрители, проект будет сдан через 5-6 месяцев. Кого интересует этот проект, прайс-лист вы увидели. Фотки сейчас мы покажем в ролике 3D, как будет выглядеть весь дизайн этого проекта. Кому будет интересно, обращайтесь. Это второй ценник. После того, как сдадут, цены поднимутся на этот проект. Все, дорогие зрители, с вами был Агасей из Солнечной Алании. Смотрите 3D-фотки после этого ролика.